Дорогие друзья, вас приветствует программа «Николаевщина спортивная». Ну, вы знаете, наш город имеет особый дар. Здесь воспитано очень много талантов в самых разных направлениях. И, конечно, в спортивном. Сколько город Николаев воспитал чемпионов страны, Европы, мира, олимпийских игр. И вот сегодня не случайно у нас встреча с представителем очень необычной, значит, спортивной семьи, потому что она удивительная. Ее глава Юрий Данилович Жуков, профессор, руководитель крупной фирмы. Его жена Любовь Павловна, преподаватель. Ну а сегодня у нас встреча с дочерью Юрия Даниловича, Еленой Юрьевной Жуковой. Только что мы уже делали анонс. Не так давно в Америке, в США прошел чемпионат мира среди ветеранов по баскетболу. И Лена привезла оттуда золотую медаль. Она стала чемпионкой, я об этом говорил, и у нас было такое предисловие. И вот она, встреча с ней. Это удивительное достижение, потому что сама Лена, я тебе передаю твою награду, потому что она тяжелая, интересная. Хотелось бы узнать, вот почему сложилась такая удивительная спортивная семья. Юрий Данилович, он один из лучших учеников ректора НКИ Михаила Николаевича Александрова, мастера спорта по гребле, но он большой любитель баскетбола. И эту любовь привел своим сотрудникам. И уже много лет существует команда по баскетболу, которая представляет нашу страну на европейских, мировых чемпионатах. Ну, а ты теперь представляешь еще женский баскетбол. Поэтому вот как живет ваша спортивная семья и как сложились такие спортивные традиции? Ты занималась легкой атлетикой, Любовь Павловна легкой атлетикой, рекордсменка в прыжках в высоту. Ну, в общем, я не знаю, у вас просто удивительная семья. Как она сложилась, такая спортивная семья? Я думаю, что спортивные традиции в семью были привнесены родителями наших родителей, и потому что у нас бабушка и дедушка занимались спортом. Конечно, это были еще более такие далекие годы, и на это, наверное, труднее было найти время, но родители с детства занимались легкой атлетикой, достигли хороших результатов, были членами сборных Украины, Союза. И, наверное, ну, и это было совершенно нормально, что я тоже в детстве пошла заниматься спортом, легкую атлетику. И как большинство детей своего поколения тогда имела эту страничку в жизни. Конечно, потом жизнь складывается иначе. И ветеранским спортом раньше занялся Юрий Данилович. Мама тоже хорошо поддерживает спортивную форму. И у нас было выступление на чемпионате ветеранской по легкой атлетике всей семьей. Это было наше вот совместное выступление. Но Юрий Данилович гораздо раньше, действительно, как ученик Михаила Николаевича Александрова, он играл в баскетбол любительский во время работы в университете еще в те годы. Впоследствии занялся более активно ветеранским баскетболом. Я сначала присоединилась, как и мама, как зритель, как участник, болельщик. И посетили много этих событий. И вот последние годы я поняла, что это то, что, ну, тот необходимый элемент, которым мне хотелось бы дополнить свою жизнь. Кроме работы, путешествий. Нет, ведь смотри, у нас ведь женского баскетбола-то нет. Не было. Только Южно-Уральске была команда высшей лиги «Олимп». Да. Была команда Терентьева в «Надежде». Но это девочки выступали в первой лиге. Ну, у нее совсем были юные. Ты сразу ворвалась в элиту ветеранского баскетбола, потому что ты насмотрелась вместе, вот вы ездили в разные страны, объездили всю Европу, Америку. И вот, я не знаю, как удалось тебе влиться в команду объединенную сборной Украины для того, чтобы завоевать чемпионское звание в Орландо. И вообще, расскажи об этой обстановке и об этой медали. Да. Как я вообще начала заниматься баскетболом, было интересно. Я просто в один прекрасный день, 10 лет назад, пошла на тренировку ветеранов с отцом. И поиграв день, да? там прекрасный на день. Площадке, поняла, что да, есть смысл более системно заняться спортивной формой. Потом были разные промежутки времени, и, может быть, последние 5-7 лет я более активно ездила и болела за выступления команд, в которых играл Юрий Данилович. И, конечно, когда погружаешься в эту обстановку, встречаешь много людей, энтузиастов, спорт становится гораздо ближе, и все к нему располагает. Таким образом, в Салониках года три назад, четыре года назад, на три, значит, получается, там года назад, заметили, где был, да? где был предыдущий чемпионат мира, вот, я на одном из организационных собраний познакомилась с командой «Ледис Легион», с Татьяной Мовчан. И, конечно, я была представлена этому миру Юрием Даниловичем,
сначала общение шло в неформальной обстановке, я даже не думала, я была не готова думать о том, что я смогу выступать на таких соревнованиях. Там же была техника, особые движения, попадать мячом в кольцо. Да, тем более, что я никогда не была баскетболисткой. Но, с другой стороны, многие вещи в этой жизни можно делать таким образом. Открывать полюбить что-то новое, какое-то да? дело, вот, нравится занятие, начинать ним заниматься, общаться с профессионалами, учиться у учителей и, в общем-то, играть, потому что спорт в данном случае – это игра. Я очень рада, что я встретилась с командой, клубом «Ледис Легион». Это очень я и раньше общалась со спортсменами. Я всегда пытаюсь по возможности встретиться с легкоатлетами, с теми, с кем мы занимались вместе спортом. А здесь это особая среда. Многие из девочек имеют очень хороший послужной список, спортивные заслуги, достижения. Они все интересные личности. Женский баскетбол, как вы знаете, немножко, может быть, ветеранский, отличается от мужского тем, что у женщин им немножко труднее найти время для занятия, для занятия спортом. А как ей удается совмещать? Вот смотри, большой спорт, и у тебя очень важная, сложная работа. Вот совмещение работы и спорт. Вот здесь я думаю, что как раз напряженная работа, много путешествий, активный образ жизни является причиной, почему можно и нужно заниматься спортом. Ты же выходишь на многие страны Европы как директор вот твоей представительной фирмы, а? Для того, чтобы быть активным человеком и достигать успехов в бизнесе или в других делах, будь то наука или свои увлечения, или путешествия, нужно быть в хорошей форме. И спорт – это именно то, что дает эту возможность, а также подпитывает бойцовские качества, потому что ничто другое, как борьба за победу… А кто в семье как аккумулятор этих всех? Не подталкивает к вершинам. И здесь трудно сказать. Конечно, Юрий Данилович у нас самый знаменитый ветеран ветеранского спорта. Вот. Но мама тоже очень дисциплинированный человек, тоже занимается спортом. Она, конечно, сейчас у ее фокусом увлечения является йога. Но, тем не менее, легкой атлетикой можем заниматься Лен, вместе. У нее же был интересный эпизод. Было время, она немножко запустила, не занималась. Потом Алла Капак вместе с тобой привлекли ее. И она, вернувшись через несколько лет легкой атлетики, установила рекорд. На 30 сантиметров выше прыгнула, чем раньше. Что это за тоже талант такой, а? Ну, мне кажется, что это всегда сочетание нескольких факторов. Хорошая атмосфера, хороший расклад и хорошее самочувствие. Хорошее самочувствие – это вот и есть как раз то, что нужно поддерживать регулярными тренировками, а остальные факторы приходят с хорошей командой, с хорошими людьми. Вот как ты пришла к этому? Покажи еще эту медаль чемпионскую Орландо. Да, вот. Покажи, красиво. Медаль сейчас действительно очень красивая. Из многих чемпионатов, в которых вот мы участвовали, это одна из самых интересных, одно из интересных изделий, как награда. Здесь вы можете увидеть, что это Walt Disney World, один из спонсоров и партнеров этого события. Вот, поэтому здесь есть элементы, вот, например, то, что является логотипом Микки Мауса. Событие было масштабным еще и потому, что оно было в такой инфраструктуре, как Disney World Wide Sport. Напомню, там 60 женских, потом 100, более 100 мужских команд. Более 200 команд выступило в этом чемпионате, да. Вообще. Ну, есть, как бы, наверное, тоже стоит сказать, что ветеранского спорта много, и даже баскетбольных ветеранских движений есть несколько в мире. Мы принимаем участие в чемпионатах ФИМБА. Это организация с главным офисом в Аргентине. Она существует, она была образована в августе 91 года, и даже мне это иногда, ну, как бы нравится это совпадение, что оно напоминает возраст Украины. Это, конечно, совпадение, но, тем не менее, вот организация тоже сейчас достигла определенной зрелости, и этот чемпионат их был самым большим, потому что более 10 тысяч участников. Вот. И, конечно, хорошо, что он проходил в
Орландо. Я не знаю, были ли другие места в мире, наверное, есть и другие места в мире, где могли бы собраться и так хорошо провести время 10 тысяч человек. О, Бразилии. Бразилия тоже была хорошая. Одним из отличительных черт, если об инфраструктуре говорить, был сам ESPN Worldwide Sports, этот комплекс. Мы играли в двух огромных залах, в каждом котором было по 6 площадок баскетбольных. Это для чемпионата очень хорошее достижение, потому что позволяет игрокам не только прийти на свою игру, но и также посмотреть игры интересующих команд, поболеть за командой своей страны или там, где играют друзья. Много общения, можно пересечься в неформальной обстановке. Ну и организаторы ФИБА часто делают такие мероприятия, что есть так называемые social party, другие мероприятия, сближающие команды, способствующие знакомству, общению. Я за последние несколько чемпионатов, где я уже выступала, я всего 2 года выступаю в официальных чемпионатах ФИБА, обрела такую большую сеть знакомых среди баскетбола и спортсменов, это просто тысячи человек. Лен, а тебя там не признали место чемпионата? Дело в том, что вот чем хорошо, наверное, совмещать разные виды деятельности, в каждом стремишься к совершенству или к победе, или к получению наивысшего результата. Так хочется делать во всем, по крайней мере, я придерживаюсь такого принципа, наша семья придерживается такого принципа, команды, с которыми я играю или выступаю, или работаю, тоже придерживаются такого принципа. Но когда попадаешь в окружение профессионалов, основная цель – победить командой, а быть лучшей среди профессионалов – вызов просто самосовершенствоваться. Дело в том, что вот так вышел судья, свисток финальный. Мы теперь поздравляем от всей души тебя с победой. Юрий Данилович завоевал со своей командой, дорогой, 3-е место, бронзовая награда. У тебя впереди новые победы, новая радость, потому что ветеранское движение позволяет вернуться на площадку, чувствовать себя крепкой, молодой, интересной и быть трудолюбивой, достичь успехов в труде и в спорте. Поэтому вот наша программа так быстро побежала. Мы вспомнили Орландо, вспомнили о том, что у вас самая лучшая спортивная семья, замечательная, вместе с профессором Юрием Даниловичем Жуковым и Любовью Павловной Жуковой. Спасибо за внимание нашей семье. Я всем желаю много, в том числе спортивных успехов и здоровья. Вот такая у нас программа была замечательная. Мы вспомнили о победе на чемпионате мира, а впереди нас ждут новые успехи. А вам здоровья, счастья и тебе много радости. Спасибо большое. Спасибо.